И тоже неудачный. Ну ладно, ничего страшного. Этот в этот. Этот вообще между тачкой этой хуйней сидел. Вот это позиция имба. Вот это имба. И тоже консоль. Чем он настолько умный, что он противогаз, блядь, скипнул. В последнем кругу, блядь, скипнуть противогаз — это сильно. Это его первый килл, если шо. Может быть, по мосту пробежать в open field? А, можно спрыгнуть и посидеть здесь. Да, охуенный вариант. Да, вот прямо так садись. О, четко, сверху тебя не видно, отлично. Все, сверху тебя не видно. А, нет, видно, блядь. Так, здесь тоже меня не видно. Угу. Неплохая здесь комбинация, неплохая. Жип-жип-жип. Сосочек потеребил чуть-чуть. Жип-жип-жип-жип-жип-жип-жип. У нас имба позиция, тихо. Вообще просто имба. Лежа вообще имба. О, вспомнил, датчик есть. Вспомнил, датчик же есть. Будем смотреть телевизор сидеть. Что показывают, брат? Зеленый экран с какими-то кружками. Неинтересная передача. Пизду. Где мой дом 2, я не понял. Так, посмотрим еще раз передачу на завтра. Не, ну без дома 2 неинтересно. Хотя... Нет, пизду. Все-таки дом 2 подожду, пока покажут. Хотя... Нет, опять нет дом 2. Хотя... А дай гляну. Нет, все еще нет дом 2. А может быть, может начался? Ну-ка, да, посмотрим. Звук начался. Ну-ка. А, нет, не начался. Ладно. Ой, как фартануло. И дом 2 не показывают, и фартануло зоны. Жизнь удалась. Одна проблема. Когда круг отсюда уйдет, тебе придется вылазить отсюда. Блин, что нам придется двигаться, да? Придется двигаться, выходить. Ну все, топ-2 наш. Топ-2 наш, это прям вот все. Можно... Уже можно звонить, хвастаться. Так, бежим. Отлично. Эх, тут нету зоны, блядь, что делать? Придется сесть здесь, да. Вот тут сядем. Угу, отлично. На что надеяться, я вообще не понимаю, на самом деле. Что тот сам по себе от этого, от инфаркта подобный получил. Все, нет, он просчитал, что ты только здесь можешь быть. Больше тебе негде быть. Ага, спиной к нему стал. Ну тоже вариант быть. А, ой, там занято, блядь, пойду. Что, дядь, тебе пизда, дед. Лови. ЧЕГО?! Я удаляю игру.